Практически всех без исключения блогеров интересовало увеличение числа добровольных народных дружин и борьба с точками продаж алкоголя в жилых зданиях. Хотелось бы выяснить еще, за чей счет содержится, за счет Министерства внутренних дел или за счет областного? ДНД содержится за счет инициативы граждан. Раньше, выделяясь 7,5 миллионов в городе Самаре, их всегда выделялось. И до меня они выделялись, и 10 лет назад в ДНД выделялись эти средства. Куда они шли? На премии членам штаба этого ДНД. А на сегодняшний день в городе Самаре, в частности, платится 120 рублей за час сотруднику ДНД. Сегодня в ряды ДНД, по словам Сергея Солодовникова, уже вступили более 3500 самарцев. Еще один результат – закрытие 8 магазинов, торгующих алкоголем в жилых домах. В ближайшие 2 года планируют остановить деятельность еще порядка 60 подобных точек. Пользователи также хотели знать, как защитить себя от виртуальных атак и оскорблений. Зайдите в интернет. Одной из важнейших атак я также подвергаюсь в средствах массовой информации. Вы знали, слышали, как я летаю по вертолетам, на вертолетах и летаю, стреляю по белым коровам. Мы с этим тоже будем бороться и, пожалуйста, пишите заявление. Один из вопросов, заданных блогерами, касался перекрестка улиц Аэродромной и Тухачевского. Здесь наблюдается плотный поток движения транспорта. Едут как трамваи, так и автобусы, и автомобили. Несмотря на переход, этот участок является одним из самых травмоопасных для пешеходов. Проблема будет решаться, заявил Сергей Солодовников. Возможно, одна из остановок, расположенных на улице Аэродромной, будет перенесена на Тухачевского.